Душанбе не стал задерживаться, потому что как раз сейчас есть шанс поймать национальные звуки выходного дня. Уже где-то 6 тысяч лет часть уикенда таджики проводят в борьбе. В смысле, в национальной борьбе вустенгири. Хотел сказать, что это такое народное развлечение, но язык не поворачивается. Потому что к чемпионам относятся как к рок-звездам. Их уважают, узнают на улице. И если получилось зазвать на праздник, считай, крупно повезло. И тут мне резко захотелось в туалет, ребята, потому что я имел неосторожность напроситься на бой Хабилака. Разрешаю. Точно? Пожалуйста. Так, я буду прям так или надо будет переодеться? Не надо переодеться. Хорошо. А я с кем буду? Вот, вот. Как зовут? Как? Тарума. Сколько весишь-то? 70. 70 с чем-то? 70, да. Подожди, меня, я 64. Не, это показательный. Подождите, показательный ни в коем случае. Не. Как? Подождите. Нет, не пойдет. Нужно по-настоящему. По-настоящему. Ну, дать парня. Ребята, 64 килограмма кто-нибудь есть? Ну, мне надо попробовать с кем-нибудь побороться. Посмотрите, я дрыщ, со мной грех не справится, ребята. Показательный бой. Сейчас. Ломаться так по-настоящему. Хайбула Ака правила знает, и он мне так сказал. Кто первый упал на спину, тот и проиграл. Здесь главное сделать бросок, а не просто сбить с ног противника. Техника для записи звука уже заряжена. Противники борются, вы слушаете, запись идет. Панч! Зрелищно, красиво, звучно, а иногда даже больно, я вам скажу. Но в этом проекте нельзя не петь, даже если ты проиграл свой первый бой в Гуштенгире. Братцы, давайте поближе. Споем таджикскую песню. Готовы? Да. Поют все. Айярамбио, дельнарамбио, деймали тудыра, сажаварамбио. Дельнарамбио, деймали тудыра, сажаварамбио. Асбарахшонами, традиции в Азии хранятся тысячелетиями и не меняются. Ну, а люди-то меняются. Поэтому сейчас нас так шокирует вот эта вот таджикская игра, где каждый играет против всех. Козлодрание. Древнейшая национальная таджикская игра. Правила простые. Бросают на землю тушу козла. Несколько участников нужно, собственно, схватить этого козла и забросить вон в те ворота. Сразу после этого заиграют карная и сурная, все услышите. Давайте в самый эпицентр, туда, ребята. Не будем медлить. Эх. О, нет, вот туда. Стоп, вниз. Первое, что напоминает козлодрание, или по-другому бускаши, это поло. Такая европейская спортивная игра на лошадях с мячом. Только вместо мяча здесь туша козла. Почему нужен именно козел? Сейчас будет вербальный шок-контент, потому что его трудно разорвать при перетягивании. Шкура прочная. Может, зря я лезу в эту лошадиную тучу? По-моему, даже ослик меня отговаривает. Туда, куда ты идешь? Сейчас нас легнут. Давай. Вот. Сейчас, ребят, иду. Начинайте пока без меня. Без меня пока начинайте, иду. Эх. Что ты будешь делать? Короче, тут еще нужно научиться управлять, конечно, ослом. Значит, вот такая у меня палка есть. Налево-направо. Их – это вперед, ищ – это стоп. Надо разобраться. А может, я перепутал, конечно. Давай, попробуем. Ищ! Эх!
Игра в козлодрание была когда-то придумана, чтобы молодые джигиты осваивали экстремальное управление конем, пробовали боевые приемы в деле и вообще учились жизни. Раньше правила позволяли бить противников, делать захваты, агрессивно отбирать туши друг у друга, и только в цивилизованные времена все стало как-то мягче, добрее. Говорят, даже вместо туши иногда муляж используют. Но, по-моему, не в этот раз. Тащит, тащит, тащит! Езда на ослике — это, конечно, забавно, но я чуть не доигрался в этой, с позволения сказать, игре. Серьезно, вот эти кадры могли стоить мне и оператору как минимум пары переломов. Если бы повезло, нас чуть не затащило в эту воронку из лошадей, людей. Да как они вообще там козла своего видят? В любой момент можно отхватить удар копытом или 500-килограммовый толчок лошадиным боком. Я, конечно, держу лицо, все-таки игру народную показываю, но больше я на козлодрание не ногой. Здоровье дороже. Почти получилось. Куда все делись? Когда слышишь этот раскатистый гром копыт и видишь целое скопище лошадей по полтонны, энтузиазм пропадает, хочу сказать. Но акустический интерес никогда не пропадает. Слушаем звук. А что получает победитель? Ну, не козла же драного он домой несет. Рядом с игровым полем, если не сказать полем боя, на специальном авто привезли награды. Смотрите, ковры, паласы и барашки. Будь я таджик, уж я бы точно поборолся. Что ж получается? Эту лошадь выбрал. Ну ладно, звук есть. А это самое главное.